Всем привет! Мы на канале Мосолим. В работу взяли Kia Sorento на полную шумоизоляцию. Разобрали автомобиль и посмотрим, что у нас тут предложили в качестве штатной шумоизоляции. Практически ничего. Вот такие вот кусочки присутствуют. В крыльях, а на арках у нас тоже по кусочку присутствует. Этого явно недостаточно, очень мало. Все будем проклеивать в несколько слоев. Будем добавлять все сплошняком. Так вот это выглядит на полу в багажнике. Также все будет проклеено сплошным слоем. Разобрали двери. Тоже практически пустые. Пара кусочков есть. Ну, звука от этого не убавилось барабанного. Будем также все сплошняком проклеивать, обезжирим, протрем и приступим к нанесению материала. На полу в салоне также в небольших количествах присутствует шумоизоляция. Будем все проклеивать, прокатывать. Разобрали крышу. Так вот, такие кусочки присутствуют. Все это снимем, очистим и проклеим гидрошумоизоляционными материалами. Приступаем к работе. Антоха? Первый слой нанесен. Раскатали валиком все и приступили к нанесению второго шумопоглощающего слоя. Таким образом это будет выглядеть. Доклеиваем и приступаем к сборке. Нанесли первый слой. Вибропоглощающий материал. Таким образом это выглядит в багажнике, на полу, на арках, в крыльях. Горячий материал нанесен и обязательно прокатан валиком. Проклеили первый слой двери. Проклеили, прокатали также. Все сплошным слоем, насколько возможно. На полу в салоне. И все двери. Все готово к нанесению второго шумопоглощающего слоя. Приступим. Завершили работы по нанесению материалов. Второй шумопоглощающий слой проклеен. Таким образом это выглядит. Все сплошняком, насколько это возможно. Все заклеили. Также двери. Все мы проклеили третьим, четвертым слоем. Так это получилось в багажнике, на арках, в крыльях, на полу, материалами различные толщины. Результат гарантирован 100%. Хорошие шумопоглощающие материалы. Там в шумных местах, на арках. Все готово к сборке. И мы приступаем. Итак, завершили работу. Собрали салон полностью, крышу, все на своих местах, никаких следов сбора и разбора салона не оставили. И обязательно прилагается фотоотчет о проделанной работе. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, всем пока!